Уважаемые зрители этого ролика, можно, пожалуйста, одну минуточку вашего внимания? Вот вы мне начали писать: Влад, у тебя уже 10 миллионов, а ты уже просишь 15 миллионов. Ну как так? Но на самом деле, ребята, количество подписчиков — это не самое главное. А знаете, что самое главное? Вот этот вот процент людей, которые смотрят ролики без подписки. Сейчас объясню почему. С начала этого года, уже 7 месяцев, я плодотворно борюсь с этим процентом. И чтоб вы вдруг не думали, что я вам показываю один и тот же скрин, вот вам. Без подписки 39,8%. И за эти 7 месяцев у меня получилось сдвинуть это число с 60% до 40%. Но 40% это по-прежнему гигантское число. Я не хочу, чтобы на меня подписывались какие-то боты, какие-то люди, которые понятия не имеют, кто я, чтобы подписаться ради плюс один. Я просто хочу, чтобы на меня подписались люди, которые смотрят канал, но делают это без подписки. А таких, напомню, 40% от 10 миллионов. Подписывайтесь на меня. Подписывайтесь на все блогеров, которых вы смотрите. Поверьте, это очень важно. Это очень сильно развивает блогеров. Так мы вместе с вами развиваем площадку в целом. Поэтому будьте так добры, люди, которые не подписаны на канал, спуститесь вниз и проверьте. Если вы не подписаны, сделайте это. Ну а ребята, которые подписаны, огромное вам спасибо. Не думайте, что я про вас забываю. Ну и еще один вам факт в пользу подписки. Если вдруг внезапно эти 40% резко подпишутся, то мы сможем сдвинуть стопа, мультики и контент с детьми. В общем, вас сейчас ждет безумно крутой ролик, но перед этим я бы вас попросил подписаться. Приятного просмотра. Подписывайтесь. Всем привет, меня зовут Влада4, Егорик Кобяков. И сегодня мы снимаем алфавит. Челлендж. У нас есть 33 буквы. Огромный торговый центр. Здесь есть продуктовый магазин, магазин техники, цветов, аптека, ювелирка, портфели. В общем, все. Сейчас мы закидываем эти 33 буквы в портфель. И теперь мы с ребятами по очереди будем доставать по одной букве. Допустим, буква Z. Z. Отвечаю Z. Буква. Это не постанов. Как? Сегодня явно мой день, пацаны. Жесть. В общем, если человек вытянул букву Z, ему нужно за 30 секунд вспомнить предмет, продукт или что-то, что начинается на букву Z, и он это может себе купить. Как вы знаете, в алфавите есть мягкий знак и твердый, и буква И, на которой мы ничего не придумаем, поэтому мы придумали, что мягкий знак — это будет мягкий поджопник, а твердый знак твердый поджопничище. А буква И — это просто фофан. В общем, ребят, смотрите этот ролик целиком и полностью, чтобы узнать, кто что купит, кто что вспомнит и придумает, и, конечно же, кто же получит фофан и поджопник. А еще, ребят, перед тем, как мы начнем, я хочу вас кое-что попросить. Следующий ролик, который выйдет на канале, он вам просто взорвет башку. Это абсолютно новый формат. Таких роликов еще нет на канале, и там будет один супер секретный гость, которого вы просто не ожидаете увидеть. Поэтому, ребят, я прошу каждого из вас нажать колокольчик только на один ролик, чтобы его не пропустить. Я вам обещаю, это того стоит. Жмите колокольчик и ждите следующий ролик. Колокольчик внизу, он включает уведомления. Короче, ребят, знаете, кто там будет? Там будет Ну что, по старой нашей традиции начинает Егорик, потом Кобяков и я. Ну что, Егорик, погнали. 3 секунды пошло, давай. Можно я, пожалуйста. Хочу поржать, как Кобяков. Как ты ржешь? Только не попрыщу. Давай сюда, давай в залысину. Держись. А, ударил уже? Я просто сразу не знаю. Я тоже, да. Каждый раз, когда мы вытаскиваем буквы, мы ее убираем, чтобы не повторялось. То есть в сумме на каждого у нас где-то по 10 покупок. Засовывай. Сейчас самую вообще дорогую покупку сделаю. Давай. Ну я не могу. Раз, два. Давай. Дай достать. 30 секунд. М. Давай, соберись. Не можешь. Макароны. А, то есть ничего не придумал, да, нормального, я понял. Ну, на самом деле, наверное, это сложно. Ну да. Наверное, это сложно так быстро загенерировать. Что ты на М придумал? MacBook, например. Реально, MacBook. Какие макароны? Представь себе человека, который покупает макароны сейчас. Давайте не по красной цене, пойдем сегодня купим дорогие макароны. Это считается макароны? Ну, конечно. Вот так выглядят мои макароны.
Ну что, мои 30 секунд. Е. Е. Я не могу. Стой. Быстрее, быстрее. Время. Ладно. Чуваки, я не... Е. 5 секунд. Е. Давай, налипай. Еркал. Стоп. Подождите, вот сейчас адекватно, вот что на Е? Это невозможно на Е придумать, ну как, ребят, ну что? Ну давайте загуглим, что ли, ну-ка, должно быть что-то на Е. Ребят, попробуйте вы, пока мы еще не загуглили, чтобы вы вспомнили на букву Е. Ежевика. Ежевика. Ребята, пробуйте вместе с нами вспоминать продукты, предметы, это очень интересная игра. Ну что, теперь, Егор, второй раунд, поехали. И время пошло. Ж. Ну, короче, давай желе, но я не желе. Знаю, что еще придумал. Но это хоть что-то. Это желе. Раз, два, три. Все, запускаю. И три секунд. Е. И краткое. Ну, тут выбор небольшой. Но, в принципе. Есть одно слово, которое сразу попадает в голову, но может еще что-нибудь придумать. Йо. То есть... Мы ладно. Идем в аптеку. Пошли. Да, и забыл сказать, что у нас есть золотая карта, которая оплачивает все покупочки. Здравствуйте, можно йод? Самый большой. Самый большой йод. Хитро. Классная покупка, ну блин, пригодится всегда дома. Сеточку там нарисовать. Все, давай, доставай. Пошло. С. 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 Сложно. Есть одно слово, на С начинается, на У продолживается. Су. Бумага. Сушки. Сушки. Короче, ребят, это какая-то жесть. Да, все-таки выбрал сушки. Да, тут еще был вариант сланцы, но сушки. Вот я даже в комментариях сейчас начну писать. Да, блин, чувак, это можно было выбрать и там что-нибудь. Но, правда, сейчас в голову ничего не приходит. Сушки. А мог быть самокат. Не отходя от кассы, я просто сразу закидываю. Время. Д. Д. Дискотека. У него сейчас прям горит все там. Думаю сильнее. Духи. Духи. Да, духи, духи, духи. Я сначала подумал, дыня, дирол. Короче, духи – самая нормальная тема. Поэтому поехали с духами. Мы сейчас купим самые дорогие духи, что там не будут. Да, я, конечно, могу выбирать, изучать, но я сделаю кое-что другое. Скажите, пожалуйста, какие самые дорогие духи, что здесь есть? Самые дорогие. 75 рублей, да? Бро на банане? Нормальный. С бананом духи. Ну что, берешь? Ну, конечно, это же самые дорогие. Ты мне в глаз. Ладно, давайте возьмем эти, это лучший берем. Вариант. Покупаем, покупаем. Духи? Идем. Ну что, идем дальше? Ну что, мистер Кобяков, поехали, ваш раунд. Эй, не три, давай быстрее вытаскивай. 3 секунд, погнали. Н. Н, покажи всем. На. Уже время идет, да? Так точно, полным ходом, прям. Носки. Так и знал. Ну а что еще? Ну ноутбук, например, или... Опять, ну как так? Ты закупишь самые дорогие погнали. Носки. Погнали. Ну что, вытягиваю себе сам и время. Ща. Ой, сложно. Только... Это почти как твердый знак. Я бы сказал щука, но нельзя рыбу. Не хочу. А, ты же рыбу не любишь. Ща. Щетка. О, прикольно, да. Щетка. Как раз. Да. Наконец-таки. Вот это чувство, знаете, когда нужно щетку менять раз в месяц, а она стоит уже больше 3. 89 рублей. Топ-1 товар сегодня. Это электронная щетка. Запускай. Можно я? Показывай. Ше. Ну, блин. Время. Шишки. Воздух общий. Ну, Егор, опять начинают плавиться мозги. Пацаны, не мешайте мне. Ну, блин. Ну, может быть, на букву Ш. Ну, у меня уже есть варианты. Ну, шампунь, окей, давайте шампунь. Самый дорогой. Ше. Нет, в электронике ничего. Стоишь рядом с шампунем. Ну, бери шампунь. Ну, в принципе, все не так печально, потому что дома у меня заканчивался шампунь. Может, ты хочешь вот такой? Нет. Это для... Если ты в колледже учишься, то... Надо, знаете, какой? Надо Head and Shoulders. С освежающей мятой. О, прикольно, понюхай. Короче, я выбрал Head and Shoulders. Нормально. Нормально. Ну что, вытягиваю себе продукт, и это буква Ф. Ф. А время-то идет уже. Я не понимаю, такие буквы сложные. О, я знаю одно. Классное? Одно вообще классное, то, что мы очень-очень любим. Фисташки.
едят петрушки, блядь! Пацаны поедят петрушки! Он ангел, он ангел! Подожди, подожди, подожди. Фисташки, аж они продаются на развес? Ох ты жопа, кусок. Фисташки обжаренные, вот эти вот, они одинаковые. Читер! Читер! И в карманы еще положи, и в карманы. 28 рублей. 14 баксов. И эта буква прам-па-пам. У! А время-то уже идет. У, утка. Я не знаю, я пытаюсь представить самому, что можно купить на У. Есть? Что? Утюг. Ну, утюг. Утюг. Самое дорогое, что здесь есть вообще-то. Я вспомнил. Утюг. Нормальная тема. Смотри, какой навороченный. Это паровая станция, вот. Это не утюг. Это не утюг. Утюг. Так, значит, нужен дорогой, хороший, навороченный утюг. Это, походу, самый навороченный утюг Bosch. Ну, мне нравится. Ну, прикольный, да. И стоит он дороже всего, что здесь есть, кстати. Все, беру. Теперь у меня есть новый утюг. Погнали. Че? Че? Я бы сказал черепаха, но здесь нету животных. Че, блин, сейчас надо подумать. Думаем, думаем. Че? Есть одно. Второе. Ладно, давайте чехол для телефона. Не, хотя, давайте чипсы. Нафига мне чехол для телефона? У меня чехол для телефона есть, а вот чипсов нет. Погнали. А чайник? Чайник? Я, потому что я не вспомнил. Ну, возьмем чипсы, Принглс, например, они вкусные. Часы! 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 Магазин с часами! Мог себе котлы купить! Все, посидим и сейчас чипсы. Это будет твоя самая вкусная пачка чипсов в мире. Чипсы. Чипсы. Чипсы, блин, это на самом деле сложная игра. Очень сложная игра. Поехали. 3 секунды, пошли. Ю. Давай, давай, накидывай, накидывай, Владос. Купи юмор, тебе его не хватает, пожалуйста. Чувство юмора. Юмор. Ладно, юмор купи. Юла. Фиг с ним, Юла. Здесь есть детский магазин. Юла. Юла. Я тоже не мог вспомнить. Короче, ребят, если вы что-то вспомните на Ю, пишите в комментах. Я еще ничего не вспомнил. О, Юла. Юла, пеликан. Блин, она такая дешевая. Я хочу дорогую Юлу. Ну что делать? Погнали. Юла. Ты рад? Да. Влада, давай, вытяни, пожалуйста. А, не знаю. Все, что-то Е зацепил. Это буква Йо. Ё-моё. Ёлка есть? А, нет, сейчас лето, не зима. Лето, ё. Ё, цветы, может, что-то. Ё. Ёмкость. Ну, не знаю. Подскажите, я поделюсь. Я не знаю. Ёжик. Ёжика тут тоже нету. Но это, походу, холостая буква. Вообще непонятно, что при нее можно придумать. Ребята, опять же, пишите в комменты, если что-то додумаете. Ёршик, только что пришла нам идея. Ёршик. Ёршик был. Ну ладно, погнали. Давай. Это мягкий знак? Мягкий поджопник. Это R. А, блин, ну это сложно. А что, это не R разве? Нет. Как понять? Ну как? Потому что R право. Итак, рубрика «Мягкий поджопник» для Егора. Мягкий. Раз, стой, три. Ну да, мягкий. Буква С. Время у тебя уже идет, кстати. С. Я формулу ловлю формулы. А я разгоняю. Давай, ты закидывай их сюда. Я разгоняю, наоборот. Уходите. Уходите, не мысли. Цыпленок. Ну и идем покупать цыпленка. Ну что, ты выбрал? Да. Вот в этом весь Кобяков просто, вот посмотрите. Вот картину, которую вы видите, в этом весь Кобяков. Цыпленок. Ну что, не цыпленок, что ли? Цыпленок. Ну что, кто там следующий? Ты. Я. Ты следующий. Болтай, и буква В. Буква В. В. Влад. Тихо. Владислав. Ну, у меня есть одна мыслишка. Одна мыслишка есть. Вау. Ну. Я вот первое, что попало, это ваза. Но у меня была мысль вентилятор, например. Кстати, на В на самом деле много слов, мне кажется. Но у меня ваза. Вот, я беру вот эту. Зелененькая такая, яркая. Ну вот, это моя ваза. Как вам такой эффект? Буквочка Г. Буквочка Г. Ну что, время пошло? Ладно, я выбираю свою тактику, не смотреть в камеру. Егорик выбрал тактику абстрагироваться. Сейчас проверим, насколько она сработает. Егор, давай возьмем гнома. Ты чего? Что? Я закончил. Коли врубай время. Гироскутер.
Я думал какой-нибудь горошек. Просто грабли или что-нибудь. Ну гироскутер, тема. Этот подороже. Он дороже, чем тот. Поэтому, конечно же, мы берем подороже. Блин, хотели покататься, но он на самом деле разряжен, поэтому придется просто запаковать и уже покататься. Уже будем на ангаре кататься. Да. Самая адекватная покупка из всех ребят, по-моему, пока что. Не знаю, не знаю. Мне кажется, самая адекватная – это счет. Буквочка Х. Ну что, времечко твое пошло. Х, 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 Х. Хитро, хитро. Хлеб. Хлеб? Да. Оп. Что за баночник, Кобяков? Ну что ты, голова твоя вообще не думает. Ну, Кобяков, ну что это? Все у тебя к еде. Кушать хочется. Хорош! Нашел самый большой вообще хлеб. Офигенный хлеб. Василевский. Вау, вот это красава, вот это контент, молодец. Это достойно лайка, молодец. Погнали дальше. Поехали. Зе. З. А потому что было же нет З. Зубная щетка, а я была щетка. Все время идет З, 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 З. Зинаида. Подожди, З, З, З. Тихо. Скажешь за 5 секунд? 5. Зонтик. О, зонтик, кстати, нормальная тема. Ну, вот этот зонтик самый классический, и им, в принципе, можно пользоваться. Поэтому, ну, теперь у меня такой зонтик. Ну, что, Игорь, готов? Да, просто не готов? Думаю. Да, готов. Погнал. Раз, уже. Два. Это буква Р. 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 Время пошло. Ну что, сработает ли его тактика во второй раз? Блин, я не знаю. Стоп! Ралик. Я не знаю, я вообще не придумал слово. Рак, рак. Ну, поздно, время как бы закончилось. Ну что, следующий Кобяконикс, давай. Кобяконикс. Кобяконикс готов. Робикс Кобяконикс, давай, запускай свою кучню. Раз, два, три. Буква Э. Э, ну тут как бы все банально, я думаю, это будет скучный пример. Ну иди точно. Время идет. Эклер. Времечко. Ну, нормально. Эклер. Я думал, эскимо. Все, бери, и Владик теперь тянет, и мне уже теперь интересно, что Кобяк. Будет. Положу их аккуратно, чтобы потом их съесть. Это буква. Это ки. К. И. 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 А я не фрукт знаю, а кое-что из техники. Че? И? И. Очень смачное. Ну, есть такой фрукт. Я и. Не знаю, правда. И. Из. Изюм. Изюм. Есть? Успел? Ну, хоть изюм. Что? Инжир. Я на самом деле ничего с техники не знал, я просто решил тебя запутать. О, изюм, дорогой, в банке. Говорят, что мир делится напополам. Те, кто любят изюм, и те, кто не любят. Я, например, люблю. Я ненавижу. Вообще. Смотри, у нас 75 на 25. Давайте узнаем в комментарии. Ребята, пишите, как вы относитесь к изюму. Пацаны, давайте, сейчас я вытаскиваю букву, и мы идем все вместе в техномагазин. Давай. Айфончик там или какой-нибудь MacBook. Сейчас или... ты твердый подсрунтель, словишь? Б. 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 Баран. Время-то идет. Тик-так, тик-так-так, тик-так-так, б-б-б. Б-б-б-б-б-б. Б-б. Три, два. Баклажан. Батон. Батон, чуваки. Успел? Не успел. Не успел. 30-98. 30, смотрите, миллисекунды. Я не успел, короче, и все. Так бы батон погрыз. Че? К. Буква К, время пошло. Я не буду долго думать и просто возьму квас. Просто ты не будешь долго думать, ты серьезно? Да, ты я возьму подумай квас. Еще раз, пожалуйста. Буква К. Владос. Ну ты пей, ты запей, ты запей. Я тебе кое-что сейчас скажу. К, да? В курсе, что ты уже в третий раз просрал компьютер? Я думал, ты выплюнешь сейчас как в фильмах. Не, не надо. Ну ладно, ничего, попей. Самый вкусный квас в твоей жизни. Давай. Самый дорогой твой квас. Пей. Ну что ж, а мы продолжаем дальше. У нас еще много классных букв. Сейчас я вытяну буковку. Опа, вытянул. П. Нет, вообще-то я вытянул буквочку О. Лучше бы П. Лучше бы, наверное, П. Ну ладно, вытянул и вытянул. Так, время пошло. Одеяло? Одеяло? Я хочу одеяло. Нормально, кстати. Одеяло. Да. А что вы придумали? Просто мне так страшно становится, как будто они что-то гениальное делают. Я даже одеяло придумал. А вы что? Я ничего не придумал. Я тоже. Вот это самое дорогущее упакованное одеяльце. Точно одеяло. Из-за вещи. Одеяло, точно. Одеяло. На букву О. Блин, пацаны, если я сейчас вытяну А, Т. Т, Т, Т. Ну, что же? Хочется сказать Тетрис, но мы в 2019-м. Думай, думай, время идет. Та-та-та-та, тачка, тачка, ту, тумблер, та-та-ту. Не знаю, я не знаю. Но давайте засчитаем слово тачка, пойдем в детский мир и выберем тачку. Ламборджини тогда только, только Ламборджини. Только Ламборджини? Давай попробуем найти. Хорошая мысль, кстати. Смотри. Смотри, вот типа. Как тебе такая?
Но она маленькая слишком. Можно попробовать найти большую прям. Вот это побольше уже, но мне кажется, есть еще. Это же детский магазин игрушек. Егор, что? Мы такое нашли. Что? Просто что? Ты обалдеешь. Блин, я вообще не жалею, что я выбрал тачку. Или может черная? Выбор очевиден. Конечно же, желтая. Но это быстрее. Ну, да, это же как пушка-гонка. Все, пацаны, я счастлив, как детенок какой-то. Все, купите мне желтую, пацаны. Погнали. Владик, не смотри. Владик. Влад, только желтая машина. Да. Мы пообещаем подписчикам, ребят, что мы когда-нибудь купим ламбу. И снимем классный видос с ламбой. Да, я руку на сердце ложу. Во имя Ютуба, святого лайка. Аминь. Серьезно? Прикольная, да, тачка Lamborghini? Да. Оказывается, она на пульте управления. Там он пульт. Разве это не чудо? Капец. Погнали дальше. Что же подготовила для нас? П. П. Если ты не скажешь, это будет я прикол. Тебя задушу. Это... Я мечтал об этой букве. Там... С самого начала игры. Punisher. А время твое идет, в курсе? Я знаю, я сижу. Упсик, время твое идет. Что время твое идет. П? Это же самое легкое. Ну подумай, пожалуйста, П, пожалуйста. 5, 4. Я не знаю. Все. А что? Говори, на 3, 2, давай, на 3. 1, 2, 3. Планшет! Как Кобяков это? Не, на самом деле мы очень сильно надавили на него в начале, потому что начали очень сильно отвлекать. Да. Это дико отвлекает, дизморалит. Я так хотел эту букву. Это самая лучшая буква была в этом всем. Планшет. Кобяков, ну что ты такой? Да не справился, Владик. Не страшно. Когда мне все купишь планшет? Можно хотя бы на машине покупать. Ты что, дурел? Ну не на Lamborghini же. Все, давай, просто вытаскивай. Оп. Я. Ну, извини меня, дружочек. Я корола. Есть одна вещь, которая супер дорогая, на букву Я. Я не знаю, почему она пришла в голову прямо сейчас. Яхта, Ялта. Я. Яр, я. Я. Чмень, я. Яблоко. Яблоко. Я не знаю, ребят, я прям, я... Какая? Что? Яндекс-станция. Мне кажется, она у нас не продается. Ну, как минимум, могли бы посмотреть. Могу позволить себе любое яблоко. Вот оно. Мое. Я тяну. Да, ты тянешь. О, божечки, ты мое. Залетай. Л. Л. Так, время пошло. Я хотел, чтобы мне попалась эта буква. И купить Lamborghini. Но почему-то Егор меня опередил. Что я же сейчас? Я не знаю, что на L. Лимон! Все, это только лимон. Ты уже принес лимон? Он уже принес лимон. Ты что, Ванга? Луи Виттон. Лак для волос. Ребят, так как это последний раунд и нас осталось двое и две буквы, мы придумали мини-игру. Егорик, доставай эти две буквы, все, это прячь стою. Их за спиной, а мы с Владом выбираем. Давай, я первый, можно? Да. Левая рука. Моя вот эта. Вот это? Все. Да. Вот так. Раз, два, три. Специально поменял. Теперь у меня есть 30 секунд. И как раз таки вот эта вот буква. Знаете что? Я даже долго думать не буду. Айфон. Ну? Я хочу. Или iMac, или AirPods, или iPhone. Тут что угодно. iMac. iMac. Но Владик уже все сказал. Ну я сказал. Ну да, iPhone. Тупанул. А время прошло? Ну все, ты выбрал iPhone, но это почему тоже... не iMac? Почему? Не, ну пытаюсь превратить твердый знак в мягкий. Блин, но... не получается. Пытайся. Сейчас мы пропишем твердый поджопник Кобякову, а потом пойдем за айфончиком. Твердый. Промазал, ударил мне в руку, но у меня есть классные часы, которые меня зачистили. За айфон. Тун-тун-тун. Он закрылся. Ну, типа, мы можем... А, нет, магазин мы не можем. Закрыт. Ну, я на самом деле не сильно расстроился, потому что у меня, в принципе, и так два айфона. У меня и XS Max, и X. Я бы расстроился больше, если бы вышел уже 11 iPhone, и я не смог его купить. Вот это я расстроился. Ну, ребят, дайте хотя бы шанс. Еще 30 секунд. Подумать? Я на самом деле даже не знаю на что, но 30 секунд. Давай. Ананас. Ананас? Пускай это будет ананас. Ты променял яблоко на ананас. Ну погнали за ананасом, пока я... Погнали. Здесь нет ананаса.
Нет. Это на нас. В смысле? Посмотри. Найди на нас. Вот это уже реально смешно. Что за неудачи? Ну что, остался арбуз только? Не, ну уже третью попытку давать мне, по-моему, тупо. Ну, по всей видимости, ананасы все уже разобрали, потому что осталось меньше часа до закрытия, и вот такой вот я сегодня неудачник. Ну, а сейчас мы пойдем на кассу, посчитаем, сколько это вот все-все-все стоило суммарно, и вам покажем. Пойдем. Опа, хлебушек нам, пожалуйста, посмотрите, сколько у нас стоит, нам интересно, мы так и не поняли. В сумме продукты и все вот это все обошлось в 100 баксов. Здесь 260, то есть за сегодняшний ролик мы потратили 360 баксов. Всем спасибо за просмотр, меня зовут Влад, А4, Егорик, Кобяков, наша новая ламба. Всем пока. Слышь, пацан, или может не пацан, подпишись, не ленись на канал. Лайк поставь, если что, он выглядит, будто палец, который направлен вверх. Быстро подписался. Лайк поставь.